сюда, на эту землю, чтобы покарать вас! Вы, непокорные дети земли, гадите в горах! Под каждый камень ты гадишь, и он гадит! Гадит. Назад к природе. Ну что, он там залез, нет? Можно смотреть? Хорошо, да? Да. Пошло, да, Санек? Thank you.
строения древних с видом на долину Малой Лабы. Пик игольчатый, Псиашха. Домик на реке Чистой, точнее балаган. Вроде домика мы не нашли. Возможно, он где-то здесь и есть. Вся шха. Как и Чистой. Стоянка на реке Чистой. Обжитое место людьми. Разожги костерок. С утра заварили кашку. Все кушают, кайфуют. Немножечко отдыхаем, потом пойдем дальше.
перевал Аишка. Подходим. Троги горы Псиашха. Долина Малой Лабы. Выходим на перевал Аишха. Здравствуй, Красная Поляна. Хребет Аибга. Вышли на перевал Аишха. Ну что скажете, братик? Ничего, хорошее путешествие. Конец ему настал. Да. Сейчас прыгнем в тачку, в поезд и домой. И завтра в потном Ростове. Так, а ну меня так. Будем потеть. А снимаем? Как вам вообще поход? Да, да. Супер. Очень насыщенный, по впечатлениям, незабываемый. Но у меня пока это лучший поход. Озеро. По видам. Озеро Чепста. Албирюзовые. Выходим к шлагбауму, где нас забирает джип. Обалденный поход получился. 7 великолепных дней. И каждый день как праздник.